Здравствуйте! Спасибо, что зашли ко мне в гости, все мои подписчики и новые мои друзья. Значит, я хочу вам сделать обзор моих цветочков на балконе. Мы окно и дверь между комнатой и балконом убрали. И вот теперь у меня здесь такая столешница вместо окна. И на ней расположены все мои цветочки. Ну, не все, конечно, часть. А другая часть, вот она у меня. Я вам сегодня попробую познакомить. Сегодня такая погода на улице шикарная. У нас за окном снег. Деревья все в снегу. И периодически выглядывает солнышко. В общем, очень красиво. Значит, это моя мята. Калачки мои маленькие, которые я недавно рассадила, буквально неделю назад. Мои фикусы, я показывала их уже, вам знакомила. Вот один, вон там второй стоит дальше. Это мой хлорофитум. Вот он посадила, детки там маленькие разрастаются. Значит, дальше. Моя лилия амазонская. Видите, какая она у меня красавица. Я жду, когда будут там... Детка есть маленькая у нее. Вон она там, детка маленькая, видите? Значит, жду, когда будет цветочек. Она у меня каждый год цветет. Очень красиво. Мои столетники. Моя лиана, которую я 2 дня назад пересаживала. Но она немножко, видите, у меня еще болеет. Поэтому пусть она немножко постоит. Значит, лилии мои красные. Но они, по-моему, жируют. Обычно они у меня в декабре цветут. А это что-то цвета нет. А то там стоят это тыквы декоративные. Это я украшала. С дачи привозила и делала вот такие красивые тыквы. Ну, отсюда плохо видно, сразу не подготовила. Это моя денежное дерево, моя красавица. Здесь тоже у меня, ну, в общем, заставлено, конечно, все в цветах. Места мало, цветов много, некуда мне их ставить. Вот эти мои эпифилумы, которые я обрезала недавно. Они чувствуют себя прекрасно. И, по-моему, там уже маленькие пупырышки. Значит, вот это долларовое дерево. Листочек вот распустился. Видите, какой молоденький, красивый. А там вон еще 2 стоят. Значит, этот тоже, видите, позеленел. Красивый. Значит, пойдет дальше расти. Значит, мои тещины языки вот такие у меня с желтыми полосочками. А вот этот, дочка недавно шла по улице, он прямо на снегу лежал. У кого-то, видно, выпал с мусорного ведра. Я посадила его, и он пустил уже там корешочки. Видите, какие корешочки? Не могу выбрасывать никакие, мимо пройти не могу. Значит, декабрист мой. Ну, цветет недружно, потому что жарковато у меня. Очень жарковато. Вот они у меня такие 2 декабриста. Огромных. А там у меня детки есть. Много-много деток. И вот я хочу вам показать, как у нас красиво. За окном солнце светит. Вот у нас какая красота. Если вам видно. Все переливается. Воздух свежий. У нас 3 дня, как выпал снег. Зима началась 8 февраля. У нас наконец-то началась зима. И мы радуемся, потому что со вторника, говорят, уже будет плюсовая температура. Так, закрываем окно. И пошли дальше. У меня еще здесь продолжается Новый год. Никак стекло не помою. Пока не убирала. Так, значит, вот у меня вторая часть. Это лилия, которую я недавно пересадила. Значит, мой молочай треугольный. Розочка. Обратите внимание, вот она уже пустила побеги. А я ее обрезала буквально недавно. Вот я выкладывала видео. И вот она уже побеги пустила молоденькие. А вот этот цветок, я не знаю. Подскажите мне, что это за цветок? Искала в интернете, это мне подарили недавно. Значит, вот такой корешок у него интересный. И он на этом корешке держится. Но там внизу, видно, еще есть корешок. Я не трогала.
И вот такое интересное, такие интересные листья. А как он называется, я не знаю. Вот моя, тоже моя новое растение. Папилония, или как ее правильно называют. Но она что-то у меня долго сидит на месте. Я недавно взяла ее, прищипнула, чтобы она разрасталась. Так, вот еще мои розочки. Тоже, вот видите, пошли побеги. И это моя красавица, я ее обрезала всю. Она, конечно, такая красивая-красивая. Ну, я думаю, отрастет. Все будет нормально. Так, вот мои зонтики, которые я спасаю. И вот видите, как они уже красиво раскрылись. Молоденькие вон побеги уже там у меня. И зонтик уже такой хорошенький. А то детки я посадила. Мята тут у меня, столетники, золотой ус. В общем, места всем не хватает. А этот у меня фикус, пальма, финиковая пальма выросла, с косточки мы вырастили, ей уже много лет. И я ее в прошлом году весной пересадила методом перевалки, но что-то ей не нравится. Она и не пропадает, и не растет. И листья, вот видите, пожелтели. Значит, в ближайшие дни я, наверное, займусь и посмотрю, что там с корневой системой. Ее надо срочно восстанавливать. Спасибо за внимание. Спасибо. Заходите в гости. Будет интересно и мне с вами, и вам со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, до свидания.